Приветствую, друзья! Настало время огромной подборки крутых и недорогих товаров с конкурсом по традиции. Поехали! Фишай-линза для смартфона, у которой расширен угол до 235 градусов. Такой себе супер рыбий глаз. В комплекте помимо линзы также крепление, крышка и чехол. Стоит без малого $3.5. Светильник с датчиком движения. Крепится двусторонним скотчем в темное место в коридоре, шкаф, либо комнату. Причем у него есть и датчик света, то есть на движение будет срабатывать вместе с недостаточной освещенностью. Или в темное время суток. Питание от батареи 3А, цена девайса 4,90. С наступлением летней жары становится актуальным универсальный пульт для кондиционеров. Решит сразу несколько проблем. Во-первых, поиск старых пультов. Во-вторых, их количество, ведь можно управлять с одного. Его стоимость 2,5. Сейчас мы не на уроке географии. Это карта для путешественников и сверхактивных людей, которые выбирались за пределы своего города. Побывал в каком-то уголке мира, стер на карте монеткой. Такой себе интересный квест – открыть всю карту. А ты пройдешь его до конца. Приспособа, которая крепится на зеркало в ванной с помощью присоски, очищая поверхность от конденсата одним движением. Полезная вещица за доллар и 22 цента, когда после принятия душа решил побриться, а в зеркале уже ничегошеньки не видно. Дезодорант для обуви в виде капсул. Помогает в особенности кроссовкам избавиться от неприятного запаха, поместив внутрь эти капсулы на ночь. Впрочем, при сильном запахе кроссам уже мало что поможет. Цена за пару 3,47. Устройство внешне слабо отличимое от камеры наблюдения. На самом деле это муляж с мигающим светодиодом за 3,93. Если хочешь перехитрить нежелательных гостей или замаскироваться под ничего себе какую организацию, все под контролем. Специальная кепка для рыбаков и путешественников, которую можно собрать с максимальной защитой от солнца. Материал – тонкая плащевка, дополнительная защита с прочным креплением на кнопках. Цена в районе 3 с копейками. Аудиомодуль в комплекте с пультом для дистанционного управления. Работает от 5 вольт, есть поддержка FM-радио, флешек через USB и карт памяти. Девайс для сборки автомагнитолы, либо приведения к жизни старых музыкальных центров. В описании также оставлю ссылку на подобную модель с Bluetooth. Очень легкие алюминиевые тиски. Максимальное раскрытие губок 25 мм. Общие габаритные размеры 9 на 8,5 см. Лучше всего подойдут для точных работ радиолюбителям и всем, у кого руки из правильного места. Стоимость инструмента немногим более 3 зеленых. Если ты из тех, кто любит поиграть на смартфоне или планшете, следует поюзать эти забавные мини-джойстики. Они крепятся прямо на экран, упрощают и делают управление в игре более комфортным. Цена за пару 2,31. Дозатор зубной пасты и держатель на 5 зубных щеток. Для того, чтобы отобрать порцию пасты, достаточно нажать щеткой на специальный клапан. Дозатор и держатель крепятся двусторонним скотчем. Остается только менять тюбик в устройстве. Стоимость комплекта 2,92. Отличный компактный детектор валют. Проверяет в ультрафиолетовом свете, либо обычным фонарем на просвет водяных знаков. Порой сам пользуюсь таким же, питается от батареи 2А. Китаец просит за него 4,5. Походная чашка-термос объемом 300 мл, сделанная в форме банки известных напитков. Есть выдвижная трубка, дабы удобно попивать чай в дороге. 4,49 – такова стоимость чашки. Сигнализация, которая не только даст знать, если кто-нибудь откроет дверь, но и послужит как стопор. У педали есть 3 уровня чувствительности – high, medium и low. При выставлении каждого из них сирена будет включаться в определенном положении при нажатии. Цена сирены стопора – 3,35. Походная компактная складная газовая горелка. Вес всего 95 грамм. Мощность 2 киловатта. Работает от баллонов с резьбой. Впрочем, существуют и переходники для подключения к цанговым баллонам на 220 грамм. В комплекте пластиковый чехол. Стоит горелка 5 баксов.
Эта вещица – складное ведро или умывальник на 8,5 литров. Его диаметр 30, высота 14 сантиметров. Полезный девайс для рыбалки по цене почти 4 вечно зеленых. Кабель USB Micro USB с дисплеем для зарядки гаджетов. Его преимущество над остальными в том, что он попеременно показывает значение напряжения и силы тока. Таким образом, можно контролировать качество самой зарядки и уровень заряда устройства. Стоимость $2.30. Кодовая сигнализация на двери и окна с гирконовым датчиком или магнитоконтактами. При их размыкании может звучать сирена, мелодия или предупредительный сигнал, если при открытии не ввести правильный код. Также на корпусе есть кнопка для немедленного включения сирены. Китаец торгуется в районе 4,5. Магнитная доска в виде айфона с маркером «Любителям яблок». Служит как напоминалка-извещалка и крепится ко всему, что магнитится, лишь бы было на видном месте и месседж дошел до адресата. Стоимость 2,69. Одна из популярных приспособ для чистки цепи. Машинка одевается на цепь, после чего заливается керосин или white spirit и прокручивается несколько минут. Результат весьма радует. Цена 3,47. Антидождь – покрытие для лобового стекла, которое должно помочь в работе дворникам. Да и в принципе функция этого очистителя – не оставлять капель, разводов и потоков на стекле в дождливую погоду. 2,5 цена, будем посмотреть на качество. 3D-стереоскопическая линза для смартфона. С помощью нее можно, к примеру, нащелкать фоток или снять видеоматериал, а затем наслаждаться просмотром в очках виртуальной реальности. Линза идет с креплением за $3. Июль и август – самое время для сочных арбузов и дынь. Каждый из нас хочет или любит вырезать и поглощать серединки, где самая вкусняшка, оставляя другим обгрызать корочки. Специальный нож для вырезания серединок в этом случае может стать незаменимым помощником. Выдвижной фонарь, превращающийся в лампу, у которого замечено свойство не пропускать воду. Размеры весьма компактные, диаметр 4, длина 10 и 14 сантиметров, в зависимости от состояния. Светит очень достойно, за 4 бакса, без 15 центов. Зачетная пепельница в авто для любителей подымить в машине. При открытии в пепельнице загорается светодиод подсветка. Размеры диаметр 7, высота 9,5 сантиметров. Сделана из пластика, китаец расстанется с ней за 2,94. Аккумуляторная крона с индикацией заряда. Она оснащена гнездом микро-USB для своей зарядки. Если китайский продавец не врет, что само по себе звучит как анекдот, то ее емкость 800 мАч. Впрочем, нужно проверять. Цена кроны 5,99. Балуй своего кота, если хочешь спокойно спать по ночам и ходить в сухих тапках. Гамак для домашнего пушистого питомца. Кот доволен, хозяин в безопасности. Спортивная бутылка с возможностью выбора на 400 либо 600 мл в различных расцветках со спреем. Фишка в том, что с нее можно не только поглощать жидкость, но и распылять на себя живительную влагу. Цена от 4 до 5 вечно зеленых. Светодиодные лампы. Помимо экономии электроэнергии, их отличает еще и продолжительный срок службы. Лампы с цоколем Е27 или Е14 различной мощности и количеством светодиодов. Стоимостью от 2 до практически $5. Интересная приспособа LED-подсветка в шкаф крепится на мебельную петлю. Ее устройство позволяет автоматически включаться и отключаться при открытии либо закрытии дверцы шкафа. Цена до $1. Походная зубная щетка, корпус которой служит одновременно ее футляром. Жесткость щетины средняя, цена девайса 64 цента. Небольшой универсальный монопод, который подойдет к любому смартфону. Длина в сложенном состоянии всего 18,5, в разложенном достигает 80 сантиметров. Популярный девайс с продажами на Али более 10 тысяч экземпляров, по цене без малого 4 бакса. Ручка-поручень с вакуумными присосками в ванную. Смело могу заявить, отлично держит при креплении на кафель. Стоимость такой ручки 4,83. Однако не забывайте пользоваться своим кэшбэком для экономии на покупках.
Мяч – для развития тренировки и реакции. Смысл в том, что при соприкосновении с поверхностью он резко меняет направление движения, благодаря своим выпуклостям. Поэтому для того, чтобы поймать мяч, нужно проявить недюжинные способности. Ссылки на товары и условия конкурса в описании. Подписывайся, удачи и пока!